Для многих из этих ребят увлечение компьютерными играми стало больше, чем просто игрой. Игроманы, а иначе себя они не называют, встречаются не только в сети, но и на турнирах, чтобы узнать, кто лучше всех владеет мышкой и клавиатурой. Та же Зарница, только в виртуальном мире. В каждой команде по 5 человек. Цель – уничтожить главное здание на базе противника. Компьютерными играми увлекаюсь лет с 14. Профессионально начал играть уже лет в 16, то есть меня уже начали приглашать в команды. Со мной вместе мои друзья, знакомые позвали меня поиграть, так как я старой закалки еще игроман. На этот раз в Нефтекамске собрались патриоты игры Dota 2. В одном из компьютерных клубов прошел открытый чемпионат города. За компьютерными столами встретились 24 команды из городов Агидель, Бирск, Янаул, Уфа и, конечно же, Нефтекамск. Всего более 150 подростков. Организаторы признаются, что это рекордное количество участников для нашего города. Возрастной контингент у нас очень большой, от очень маленьких до очень взрослых людей, опытных. Поэтому в целом киберспорт развивается в нашем городе. Мы планируем дальше проводить такие чемпионаты. Соревнования продлились 2 дня. Первое место завоевала команда Dream Team из Нефтекамска и получила призы от спонсоров и организаторов. Лилия Ахметова, информационная программа «Ежедневник».